Приветствую вас. Во-первых, нужно сначала определить, что такое норма вообще. То есть, вот, как, например, норму, допустим, понимаете вы, да? К примеру. То есть, если вы с молодым человеком остались друзьями, да, вы остались с ним друзьями, у вас, как вы говорите, нет к нему никаких чувств, если это действительно правда. В таком случае несколько странно, на мой взгляд, слышать то, что вы, что вам больно и обидно, и что вы не хотите с ним больше общаться. То есть желания общаться больше нет. То есть это означает, что чувства к нему остались, это означает, что вы воспринимаете как-то вот, ну, на свой счет то, что человек вам рассказал, ну, о себе, понимаете? То есть получается, что вы воспринимаете это на свой счет. И соответственно, ну, соответственно, возникает вопрос к вам, что это за чувства у вас к, ну, к мужчине. Вот. Ну, с чем они связаны, эти чувства, к мужчине у вас. Вот. В этот момент его нужно преследовать. Обязательно. Да? Чтобы, ну, чтобы понять, с чем связана такая реакция. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, что позиционируя себя как его подругу, вот, но при этом чувствуя негатив от того, что он рассказывает вам о том, кому у него появились чувства, а вы не можете быть искренни до конца с ним, да, вы не можете до конца быть искренним и искренней с ним, и вы не можете до конца быть искренним с собой. А раз так, то и отношения ваши становятся, ну, отношения ваши под угрозой в таком случае. Вот. А, значит, вот такой момент. Значит, нормально ли, когда бывшие, с которыми стали друзьями, говорят о том, что полюбил старую подругу, которая всегда была очень дорогая, как никогда никого не любил? Да, нормально. Нормально. Вот. А вот с болью, которая у вас появилась, да, с болью. С болью вам нужно разобраться. Вот.
Так что вот примерно такой ответ. То есть боль означает, что вы не завершили отношения с ним. Чувства у вас к нему остались. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.